В Иркутской области прошел пресс-тур «Путешествие в науку. Иркутск». Журналисты посетили объекты национального проекта «Наука» и университеты и научно-популярный маршрут. Последний создали по инициативе «Научно-популярный туризм. Десятилетие науки и технологий». На брифинге было подписано соглашение о сотрудничестве между ОНО «Национальные приоритеты» и «Иргупс». Иркутская область входит в 20 регионов Российской Федерации по научному потенциалу. Сформирована серьезная база, как научно-исследовательская, так и образовательная. И синхронизируя ее с экосистемой озера Байкал и тем рекреационным потенциалом, конечно, это должно создать благоприятные условия. Вместе с ведущими туроператорами у нас разработано более 40 научно-популярных маршрутов по всей стране, в том числе по Иркутской области. Есть один научно-популярный маршрут. Его можно забронировать как через турагентство, так и спланировать этот маршрут самостоятельно своей семьей. У нас особо популярные национальные туристические маршруты среди семей с детьми. И папы, что очень тоже отрадно, они как раз приобщают своих детей к науке.